Мы взяли это зерно и поместили его в землю, оградили одно поле и собрали один урожай. Смешали его с чистейшей водой из наших родников и дали ему прорасти. Размололи его и подготовили. Мы дали зерну время. Мы дали полю отдых. Мы получили награду за труд. История настоящей русской водки неотрывно связана с историей русского государства. Она появилась еще в XIV веке, но стандарт водки как алкогольного напитка был введен в 1894 году Менделеевым. С тех пор стремление к качеству и натуральному продукту стало основой для ликероводочного завода «Саранский» на 100 лет вперед. Все начинается здесь, на своих полях в Мордовии. Ваше путешествие начнется здесь, в водке и дистиллятах ликероводочного завода «Саранский»
вы узнаете историю о том, как мы возделывали и хранили наш край.